Министр финансов России поддерживает легализацию блокчейна на государственном уровне. Он назвал это важным шагом в процессе цифровизации госдеятельности. Поддерживаю инициативу легализации блокчейна. Это еще один шаг на пути к цифровизации госуправления, написал Александр Кудрин в своем твиттере. Несмотря на заявление аналитика Apple Александра Балдачева о бессмысленности правового регулирования, Алексей Кудрин считает, что технология распределенного реестра может заменить многие функции в государственных организациях. Еще 8 сентября на Московском финансовом форуме Кудрин сказал, что когда-то криптовалюты будут легализованы и в России.